Всем доброе утро! Всем доброе утро! Да, у нас воскресный завтрак. У нас сегодня блинчики. Да. Да. И все, кто кушает, приятного аппетита! Папа говорит, что выглядит очень даже благородно. У нас новый стол! Папа собирает стол, который мы вчера купили. Классно, да? Я, зитурос! Мы вчера купили стол для сада. В нашей гостиной еще не готовы. Мы уже приехали. Мы вылились, да? Катя, всем привет. Всем привет. Ну все, посмотрим. Все, да? Вот цветочки, бери корзинку. Какие тут хризантемы красивые. Так, и розовые есть. Вот я хотела хризантемы взять. И такие даже. Вот. Ну все. Мама растеряется сейчас. Что же ей взять? Красота неописуемая. Ну? Давид, Давид, Давид. Что ты так читает? Что ты там увидел? Вот такую табличку. А, табличка. Пришли. Исчезли кот. Наверное, отгоняют они котов запахом своим. Тут тоже красивые цветочки. Вот эти мне очень понравились. Глокенблум называются. Какие-то колокольчики, что ли, фиолетовые. Не знаю, как они на русском называются. Но я себе вот для своей клумбы взяла их. Вот дошли мы до земли. Мне нужно купить землю. Наверное, возьму поменьше мешок в этот раз, чтобы мне не нагружать себя. А вот эту землю, это так была для цветов, а это вот специально для зелени. А кто-то тут меня смотрит. Смотри, какие мандаринки растут тут. Он крапуса. Да. Нет, это тоже такие мандарины. Смотри, какие мандарины огромные. Обалдеть, такие большие. Класс. Да, там бизнеса зайца. И тут тоже, смотри, какие красивые. Вот такие маргаритки классные. Красивого цвета. Ну, вот это тоже. Такую травку, а травку мы впереди же, перед домом посадили. Да, вот такую травку. Нет, да, у нас она уже есть. Давид нашел ананасы. Ничего себе, ананасы растут. Давай. Что, хочешь ананас купить, что ли? Да. Давай. Сейчас посмотрим, сколько он стоит, зайка. Не знаю. 11 евро ананас. А будет нас на расти вообще? А? В следующий раз купим. Да. Да. Я тоже никогда не видела, как растут ананасы. Что тут? Да, у нас такие тоже были. У нас, кстати, он отцвел, а потом все, и больше не стал цвести. Только зеленые листочки остались. Да, смотрите, какая красота. А нигде. Куда ни глянь. Тут. И везде красота. Тут такие орхидеи красивые. А вот тут одна уже отпала, да? Да, уже лопнула. Посмотри, еще других цветов есть. Тут белая орхидея. А тут зеленая орхидея. Орхидея, вылезай. Какой ананас. И тут тоже ананас. Нет, я думала, вот это видишь? А ты тоже думал, какой-то да, ствол. Смотри, какой толстый, да? В России, интересно. А вот, это а вот тут такие красивые а вот это цветы. Кактус. Просто этот магазин самый красивый на свете. Да, тут какое-то странное растение, мне не нравится. Это фикус стоит. У нас есть вот такое. Да, у нас дома такой фикус стоит. Да. А тут Давида любимые кактусы. Нет! Что? Это не мои любимые. Не твои любимые? Но ты так всегда на них завороженно смотришь. О,
самые разные кактусы. Ой, видишь, мам, видишь, какой кактус? А тут так интересная идея, в лампочках посадили растения, классно. Да? А тут травка, наверное, для кошек. Ой, кошечка еще. И кошечка, смотри, какие классные. И маус. И мышка. И утка. Да, представляешь? И еще. Да, и птенец. Птенчик такой, и да. Вот такая. Нет, цыпленок. Цыпленок, и вот такая. И вот такой вот тоже, и кошечка. Да. Ха-ха, такие забавные. И мишка тоже есть. А вот тут написано love, любовь. Love. Ага. Мы уже пришли к машине. Все, сели в машину, отправляемся домой грилить. Я вот тут впереди уже сижу. Да, Давидка любит сидеть с мамой впереди, да? Когда да. Мы едем вместе. Сзади не любишь сидеть? Мне нравится вот тут сидеть, потому что можно все видеть. А, понятно. Ну что, папа ждет, поехали. Давай. Так, приехали мы с Давидом из цветочного магазина, повесили белье. А я тут наверху делаю вот такие вот, можно сказать, как сковородочки с сыром фета. В общем, обалденное будет блюдо. И еще добавила немножко грибочков, шампиньонов. Все. Вот такие вот у меня сковородочки получились. Я отправляю их в духовку. Наш новый стол. Мама же сделала салат. Давид тут так и сидит довольный. А папа начинает грилить. Мы отмыли наш гриль. Но теперь снова как новенький. Мы его отмыли, газовый наш гриль. Нужно попробовать посидеть за столом. Ну, классно. Супа? Мы с вами ждем. Приходи. Лайк. Ну что, вот такой у нас стол. Первый раз мы погрилили в этом году. Das erste Grillen 2018. Jetzt wünsche ich euch guten Appetit. Приятного аппетита. Вот такая у нас красота сегодня. И Джеки кушает. Обычно он у нас сначала как бы бойкотирует, не кушает. Ждет, что что-нибудь со стола упадет. А теперь кушает, молодец. На свежем воздухе все вкусно, да, Джеки? Очень вкусно. Папа, как гудка гриль, ну? Очень. Грильмайстер. Ну, второй заход. Что тут папа нагрилил? Давайте в кабашку. О, баушпек. О, имеет баушпек. Брюшко. Баушпек. Так ты только что это кушал. Баушпек. Еще раз хочешь? Да. Да? Вишни цветет. Красота. И мы такие тут сидим. Джеки, ты что там делаешь? Что там около стола ищешь, а? Давид уже прыгает на батуте. Как тебе дела? Мама, на стеге, он все сразу. Ай. Я в домике. Джеки, что ты там нашел? Что-то уже копает под столом. Джек, ты что копаешь? Так. Давида кроги заинтересовали. Чего ты там копает? Ай, футбол пошел. Ай, сейчас Джек будет помогать. Какая команда выиграет? Так. Папа вчера газон у нас покосил. Наша умничка. О-о. Джек.
Че Джек творит? Ой-ой-ой-ой. Все, не успел сказать, уже Джек за ним погнался. Сейчас его по всему саду будет гонять. Эй! Оп-оп-оп! Wie schnell der läuft, du! Flitzt er! Kleiner Flitzer!